Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядіть у гэтым випуску. Тыдні устойлівага развіцця 2017 запланаваны на восень. Сёння ў Гомель абмеркавалі рэгіянальныя ініцыятывы. Першыя 100 тысячнікі. Рэчыцкі раён перасягнуў знакавую мяжу на ўборачнай. Адрывайся, як у свае 16. Радыё «Гомель-ФМ» сёння адзначыла дзень нараджэння. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. У Беларусі пройдуць тыдні ўстойлівага развіцця 2017. Гэтая падзея традыцыйна ладзіцца пры садзейнічанні праграмы падтрымкі Беларусі Федэральнага ўрада Германіі ў партнёрстве з дзяржаўнымі структурамі, міжнароднымі грамадскімі арганізацыямі. У перыяд з 25 верасня па 25 кастрычніка адбудзецца шэраг мерапрыемстваў на нацыянальным, рэгіянальным і лакальным узроўнях на тэму ўстойлівага развіцця. Арганізацыю тыдня ўстойлівага развіцця ў нашым рэгіёне сёння абмяркоўвалі ў гомельскім аблавы канкамі. Удзельнікі сустрэчы абралі актуальныя прапановы, якія тычацца адной з 17 мэтаў ААН у галіне ўстойлівага развіцця. Ініцыятывы, якія будуць уключаны ў календар тыдняў, атрымаюць метадычную і матэрыяльную падтрымку ад арганізатараў праекта. Мерапрыемствы будуць рэалізаваны ў фармаце фестываляў, акцый, круглых сталоў, конкурсаў, экалагічных экскурсій. Аналагічныя прапановы ўжо разгледзелі ў Брэсце і Віцебску. Сёння сустрэчы праходзілі адначасова ў Гомелі і Гродні. У нашым рэгіёне, у прыватнасці, былі агучаны ідэі, якія тычацца развіцця сферы IT, комплексная рэабілітацыя інвалідаў, азелянення. Ну вот мы, например, проводили встречу такую недавно в Брестской области, и там фиксировали, в Брестском районе есть большая проблема, связанная с сбором отходов, с мусором, да, и вопрос в том, как все-таки активизировать местное население, жителей регионов, отдельно собирать мусор. То есть идея недели – это привлечение внимания широкой общественности к проблематике, и это показ каких-то наиболее успешных практик. Згодна з аператыўнымі дадзенымі аблсельгасхарчу, зерневыя культуры на Гомельшчыне убраныя больш як на 75% плошчаў. Агульны намалот дасягнуў 770 тысяч тонн. Аграры Рэчыцкага района першымі ў рэгіёне сабралі 100 тысяч тонн збожжа. Тут уборка выйшла на фінішную прамую. У лідарах па тэмпах жніва таксама гаспадаркі Хойніцкага, Гомельскага і Добрушскага раёнаў. На палетках акцыянернага таварыства «Завідаўская» пабываў Алег Сінцероў. СК-3, СК-4, Нева-10. Сегодня назвы этих комбайнов, которые заполняли наши палетки в 50-х, 70-х годах минулого стагодия, шмат кто уже и не памятая. Сегодня техника значно лепш, але працаваць на жніве по-ранейшым вельмі непросто. Тем больш приемно трапіць у лік пераможцаў. Падчас пераезду на новое поле техника спыняется литерально на некалькі хвілін, каб правесці ўшанаванне лепшых. У гэты день на рахунку водителя Геннадия Лебедева амаль 3000 тонн перевезенага збожжа. 1000 тонн зерня намалатил комбайнер Александр Шчученко, старшыня областного отделения Белорусского фонда миру Тимофей Глушаков нагадывает, от того, как в эти дни спрацуют механизаторы на палетках, будет задержать выник усяго сельскогосподарчего года. В середине 70-х, амаль 10 годов, Тимофей Глушаков узначали в Браинский район и добро памятая усе приклады самоданной працы подчас жнева еще у те часы. Об этом теперь и нагадывает сучасному поколению. Вспоминается работа одного механизатора Гермель Станислав, который работал на комбайне «Нива-10», он тогда за один день, а если так говорить, за 20 часов рабочих, он намолотил 143 тонны зерна. И когда мы его приехали, то так вот у поля чествовать, то он переживал, слезы катились и у нас. Вот так люди в то время работали, понимая, что такое хлеб. В этом году в акционерном товариществе «Завидовская» провели своеобразный эксперимент. Все комбайнеры работают без помощников. С одного боку, это позволяет выразить кадровое питание. С другого, напрямую уплывая на зарплату механизаторов. При этом отмовного уплыва на якость работ такая организация працы не оказывает. Комбайн нормальный, хороший. Помощь, помогают комбайнеры. Если вдруг поломка какая-то, становимся все. Один одному помогаем. Сегодня у Завидовским убирают опошние гектары. Основная частка нового урожая сбожжевых уже находится у сховищах. В ближайшие дни у господарства почнут уборку кукурузы. Правда, перед этим в акционерном товаристве планируют оказать допомогу вязковцам по уборке зерневых на их присядибных участках. Комбайны выходят на огороды, потому что так как и
хозяйства, поля, так и приусадебные участки нужно убрать за погоду, в срок. Это же хлеб, это же зерно. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добрский район. Покуль уборочная у самым разгары и комбайнеры працуюць на палетках, супрацоўнікі областной сельскагаспадарчай досведнай станцыі рыхтуюцца до наступнага года. На прадпрыемстве займаюцца вытворчасцю элітнага насення зерневых і зернебабовых культур не толькі для гаспадарак Гомельскай вобласці, але і іншых рэгіёнаў. Станцыю наведалі нашы корэспандэнты. Областная сельскагаспадарчая станцыя невыпадкова размешчана ў Рагачоўскім раёне. Агракліматычныя ўмовы адпавядаюць сярэднім па Гомельскай вобласці. Што дае магчымасць даць дакладную ацэнку па максімальна эфектыўнаму выкарыстанню ўсёй зямлі рэгіёна. У прыватнасці, на прадпрыемстве займаюцца вытворчасцю элітнага насення зерневых і зернебабовых культур. Гатункавы састаў змяняецца штогод. Напрыклад, апошнія выпрабаванні прайшлі 150 новых гатункаў азімых і яравых культур. Для глебы Гомельскай вобласці падышлі только три. Новейший сорт – это «Динамо» белорусской селекции, который на сегодняшний день дает 6 тонн с гектара. Он 3 года как районирован по всей Республике Беларусь. У нас зарекомендовал сегодня хорошим перезимовкой, хорошего качества зерно, высокой урожайностью. И 100 гектар есть. То есть в пределах 500 тонн семян. Мы можем, наверное, получить 400-500 тонн семян, что пойдут для семеноводческих хозяйств в Гомельской области. Важным накірункам дзейнасці прадпрыемства з'яўляецца селекцыя насення бульбы. Спачатку праводзяць дэталёвы аналіз у лабараторыі на выяўленне вірусаў. Захворванні могуць прывесці да страт ураджайнасці ў 30-40%. Естественно, все результаты должны быть отрицательные. Там небольшие проценты допускаются. Например, на питомнике предварительное размножение и питомник первого клубневого поколения, там разрешаются только легкие вирусы 4,5%, тяжелые только 0,5%. На супер-супер-элите разрешается только 9% легких вирусов и всего 1% тяжелые вирусы. С пробирочных рослин у тепличных умовах отримливается полновартостный посевный материал. Тут забеспеченный оптимальный температурный режим. Компьютер регулирует полив у залежности от вильгати глебы. И еще один накирунок деятельности досвидной станции – подрыхтовка посадочного материала для садов. Мы еще проводим и опыты по саженцам, которые в наших условиях, как они выносят нашу температуру. Потому что такие саженцы, как, например, южные, которые мы здесь у нас пытаемся выращивать, это абрикос, персик, вот такие мы тоже проводим опыты, и потом, соответственно, которые более устойчивые, мы потом уже пускаем реализацию. Навуковые доследования супрацовников досвидной станции сегодня позволяют удосканаливать системы землеробства региона и отримливать максимальный прибыток у галине сельской господарки. Дмитрий Котов, Максим Савин, Игорь Марышченко. Телерадиокомпания «Гомель» из Рогачевского района. За минулые выходные у Гомельской области зарегистрованы 3 выпадки гибели людей на воде. Как поведомил ведущий специалист Гомельской областной организации «Освод» Сергей Костюченко, трагичные выпадки отбылись у Гомеле, Житковицким и Ветковским районах. Серед загинувших нема неполнолетних. 6 человек, у тем лику 2 детей, отрымалося выратовать. «Освод» нагадывает об строгой необходимости выконывать правила безопасности. Особливая увага детям. Батьков просят не покидать их без нагрузки. Гляду на пляжах. До початку нового навучального года застается крыху больше, как 2 тыдні. Школьные кермаши працуют на всю моц, а у отделах с канцтоварами з'явились черги. Куды отправиться за покупками и у якую сумму обойдется собрать в учня до 1 вересня, высветляли наши корреспонденты. Хутка у школу. У Головному управлении гандлю и послуха Гомельского облваканкама зарабили подлик кошту экипировки школьников. Так, комплект за день и обутку для школы и спорту, раницы канцтовары для хлопчика молодшего школьного узросту будет каштовать от 176 рублей, для девчинки – от 206. Для вучнев старейших классов эта сумма стартует от 230 рублей. У Гомеля набыть товары для школы можно на постоянно деющих пляцовках каля центрального рынку, гандлевого дома Речецкого,
Хмельницький і на Давидовському ринку. Кірмаші вихідного дня працюють на площі Повстання кожної вихідної жнівня. Саме дорогая покупка – це школьна форма. На кірмаші пропонують костюми китайської, турецької, російської витворчості. В універмагах у основному – білоруська продукція. Качество продукції у нас достатньо високе. Ми стараємося максимально представити продукцію із натурального сырья. Также в нашем магазине очень часто бывают дни, в которые наши покупатели могут приобрести товар со скидками. По коштах навіть у одному гандлевому об'єкті розбіжка значна. Та ж кашуля може коштувати як 10, так і 40 рублів. У середньому за 200 рублів ми зібрали такі комплекти для школьників. Хлопчику одну кашулю, кофточку-подманку, костюм-двойку, камізельку, чаровіки, спортивні костюми, кеди. Дівчинці – дві блузки, сарафан, піджак зі спадницею, камізелькою, туфлі і так само спортивний комплект. Більш танні варіанти одягу і обутку знайшли в універмагу. Наступний пункт – це рюкзак. Вигадну пропонову знайшли на школьному кірмаші 15 рублів. Саме бюджетний варіант в універмагу коштував на 10 рублів дорожей. При виборі звертається увагу на жорстку ортопедичну спинку і широкі шлейки. Для молодших школьників рюкзак повинен важити не більш за 700 грамів, для старших – не більш за кілограм. Я купила вже рюкзак з котиками, такими серенькими, красивими. Подобався дуже. Дизайн, щоб він такий був. Более такой, много всего, красивый такой. Кармашков еще, чтобы было много, вместительный. Апошній пункт – купля канцтовару. Значних вагань коштів поміж гандлевими об'єктами нема. Але повний комплект канцелярії на школьному кірмаші можна зібрати трохи танней. Ручки, фарби, оловки, фломастери – у основному російської чи китайської витворчості. Вокладки для шитків і паперова продукція – є білоруські. Подведем выник. Комплект одения у середнем обошелся нам у 200 рублей, канцтовара у 50. Додадим до этого рюкзак, и мы выходим на сумму у 270 рублей. Ганна Каральчук, Наталя Каприленко, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня православные христиане святкуют медовый спас. У храмах отбылось освящение меду, воды и трав. Личится, что после этого они становятся гаючими. С этого дня так само начинается Успенский пост. И он будет должиться 2 тыдни. Нагадаем, что другие спас яблочные означают 19 жнивня, а третий ореховый або хлебный 29 жнивня. По народных прикметах на медовый спас заканчивается лето, и ластовки начинают отлетать на полдень. Але прогноз синоптиков обещает на этом тыдне теплое надворье. В нашем регионе до четверга опадков не чекается. Будет от 25 до 28 градусов у день и каля 20 у ночи. 17 жнивня в особных районах пройдут короткочасовые дожди, у день махчимы навальницы. У пятницу температура повысится до плюс 31-33 градусов. На выходных по попередніх прогнозах прийдуть дожджі. Сьогодні радіостанція «Гомель-ФМ» відзначає 16-ті. Увесь день слухачів чекали різностайні акції і подарунки. За ходом свята сачили наші кореспонденти. «Гомель-ФМ» – знакова станція для області. Яна була першим місцевим радіо, яке відкрилося у нашому регіоні. Відбулося це 14 жнівня 2001 року, тоді під назвою «Радіо Експрес». У 2008-му розпочалася найновша історія хвалі, уже під гандлевою маркою «Гомель-ФМ». За 16 років яна змінилася, вирос її якісний узровень, і сьогодні це сучасне радіо для дорослих, активних людей. Дату заснування колективу радіостанції вирішив відзначити разом зі слухачами. У день народження «Гомель-ФМ» відриває як у своїй 16, закликали любимі диджеї. Варіанти відриву пропонували самі. Вони відповідали настрою самої станції і її аудиторії. У студії усталювали велотренажери. На їх у кілометрову гонку відправлялися гості, звичайні слухачі. І так, дівчонки готові, всі вокруг готові, у кожної групи підтримки своя. Раз, два, три, поїхали! Ефірний заїзд для кожної пари – 2 хвилини. Після – подарунки і можливість у прямому ефірі передати привітання на 1,5 мільйона аудиторію радіостанції. Під впечатлением. Ну, звичайно, було дуже страшно, але зараз вже звикли і не так страшно. Круто, навіть слов не хватає. Одні впечатлення. Нового
Увогуле, у гэты дзень свае фізічныя магчымасці ў прамым эфіры выпрабавалі 20 чалавек. Але на гэтым конкурсы і сюрпрызы не скончыліся. У дзень нараджэння Гомель ФМ выйшла за межы сваёй студыі, каб сустрэцца са слухачом у любімых местах абласнога цэнтра. Першай кропкай маршруту стала кафе «Fast Roll». Тут наведвальнікам прапанавалі яшчэ адзін конкурс – знайсці ў кафе диджэя і зрабіць з ім селфі. А каб атрымаць прыз, трэба было паказаць фото афіцыянту. Узамен салодкі падарунак. Вот зашлі случайна в «Fast Roll». И тут узнали, что такая акция, сфотографировались с диджеем, вот, и получили в подарок замечательное мороженое. Всего-всего вам хорошего, с днем рождения, любим вас, всегда слушаем, целуем. Кульминация свята досягнула до 3:00. Как крыху остудить атмосферу, организаторы переместили действо на центральный пляж. І тут зладзілі сапраўдную пенную вечарыну. Прамыя ўключэнні, конкурсы, пенныя вадапады і мора музыкі. Разам з вядучымі ў прамым эфіры і за яго межамі свята з Гомель ФМ раздзялілі сотні і тысячы людзей. І гэта стало яшчэ адным доказам таго, што першая радыёстанцыя Гомельшчыны застаецца першай для сваіх слухачоў і праз 16 гадоў. Таму ёсць падстава працаваць далей і расці ва ўсіх сэнсах. На сённяшні дзень радыёстанцыя Гомель ФМ займае лідзіруючыя пазіцыі согласно независимых исследований в нашем регионе. Если заглянуть в будущее, то, конечно, можно сказать, что трансформация радио, как и телевидения, она уже видна прямо сейчас. Естественно, это вещание в интернет. Конечно, это общение со слушателями не только посредством эфирного телефона, но и в социальных сетях. В новом сезоне у нас, естественно, готовятся к выходу новые программы. Музыка обновляется всегда, потому что это движение никогда не стоит на месте, и мы этому очень рады. И вместе с нашей радиостанцией можно будет продолжать получать хорошее настроение. Ганна Кавалёва, Анастасія Кучынская, Валерий Гапанько, телерадіокампанія Гомель. Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд з Максімам Савіным. Да новых сустрэч у эфіры!